К другим темам. 1 апреля в стране стартовал весенний призыв. Всего на срочную службу планируют призвать около 145 тысяч человек. Около 3500 новобранцев должна послать войска и Новосибирская область. Практически все призывники уже получили повестки и теперь проходят медицинскую комиссию. Военкомы говорят, что желающих служить стало больше, во многом из-за появления справки уклониста. Ее вручают вместо военника тем, кому исполнилось 27, но он не служил без уважительной причины. С такой справкой теперь не попадешь на госслужбу, да и на работу в органах рассчитывать не стоит. Призыв и демобилизация в стране продлятся до 15 июля.